Не переживайте, у меня все нормально. Я не знаю, нельзя, наверное, так говорить, но я даже рад, потому что у нее была деменция кучу лет. Она постоянно мучилась. Ей было прям отвратительно, и мама постоянно мучилась, потому что ухаживала за бабушкой. И, то есть, ну, вы просто представляете, каково жить по факту без сознания кучу лет, уже там лет 6-7, когда ты не ходишь, когда ты просто стонешь и все. Она даже ничего сказать не могла. Поэтому я, наоборот, как-то, не знаю, я рад, что она больше не мучается.